Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео мы обсуждаем основные ошибки, которые допускаем при высеве укропа и петрушки. Первая ошибка, которую мы допускаем, это высев старых семян. Как правило, и укроп, и петрушка сохраняют схожесть семян в течение 1-2, максимум 3 лет. Поэтому, когда мы находим старые семена, непонятные семена, то их лучше не высевать, чтобы не тратить время и полезную площадь. Вторая ошибка, которую мы допускаем, это неправильное замачивание семян. В настоящее время существует ряд рекомендаций по тому, как замачивать семена. В частности, неправильные рекомендации, во всяком случае, я не сторонница этой рекомендации, это замачивание или ошпаривание кипятком или в кипятке. Но я не рекомендую замачивать семена в кипятке, поскольку это значительно снижает их всхожесть. Наиболее оптимальными вариантами замачивания семян эфиромасличных растений, к которым относятся и укроп, и петрушка, это замачивание в горячей воде при температуре не выше 50 градусов, замачивание в перекиси водорода в течение 3-5 минут с дальнейшим промыванием. Также можно рассмотреть вариант замачивания семян водки с дальнейшим промыванием. Третья ошибка, которую мы допускаем при высеве укропа и петрушки, это неравномерное распределение семян по поверхности почвы. Для того, чтобы семена легли ровно, равномерно заделались почвой и затем также равномерно всходили, необходимо их положить на твердую поверхность. Поэтому формируем канавки при помощи подручных средств. Идеальным в этом плане является решение с использованием обычной доски. Четвертая ошибка, которую мы можем допускать, это глубокое заделывание семян. Как правило, 3-4 см грунта, которым мы засыпем наши семена, будет вполне достаточно. Пятая ошибка из категории наиболее распространенных – это выбор неподходящего места для выращивания. И укроп, и петрушка являются растениями, которые любят солнце, поэтому не жалеем и отводим для этой зелени наиболее солнечные части на своем огороде. Шестая ошибка – это загущение посевов. Если у вас почва плотная, плохо структурированная, слабо удобренная, и вы еще дополнительно загущаете посевы плотным высевом семян, то, к сожалению, зелень будет желтеть и будет плохо расти. Поэтому ведем высев семян более разреженно и при необходимости прореживаем наши посевы зеленых культур. Седьмая ошибка – это недостаток азотного питания. И здесь кроется подводный камень. Зеленые культуры относятся к тем растениям, которые активно накапливают нитраты. Поэтому вносим азотное удобрение дозированно. И в случае выращивания зеленых культур лучше прибегнуть к удобрениям органического происхождения. Перечислив 7 основных ошибок, у меня есть к вам 2 пожелания. Первое – это не жалеть место и отводить его на открытых участках, поскольку зелень, выращенная в теплицах и в парниках, она менее ароматная. И второе пожелание заключается в том, чтобы выращивать петрушку и укроп различных сортотипов. Например, выращивать петрушку кучерявую, которая будет хуже зимовать, и петрушку обычную листовую, которая будет хорошо переносить условия зимы. Также имеет смысл подбирать сорта укропа, которые пригодны для пучковой зелени и пригодны для консервации, то есть которые выбрасывают ароматное соцветие. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале «Про цветок». Не забывайте про подписки и лайки. Thank you.